Добрый всем вечер. Мы с Норой держим путь на банные процедуры, потому что у нас по-прежнему нет дома горячей воды. И когда ее включат, неизвестно. У нас длинные волосы. Кто спрашивал, у Норы волосы до попы. Такой же длины, как и мои. Поэтому дома с тазиками. В общем, я не знаю, будет ли свет. Мы идем там, где есть водонагреватель. Если есть свет, то все нормально, нам удастся. А вот если его выключат, будет, конечно, весело. Так, сегодня в комментариях под утренним роликом, когда я не помню, по-моему, лопаты там показывали, грабли, показывал продавец, и что сейчас время уборки кладбища, это нужная вещь. Я сказала, что кладбища в Харькове закрыты. И там возникли вопросы, почему закрыты кладбища. Очень на многих кладбищах города Харькова, я точно не помню, какие номера, 13-е, 14-е, 17-е и еще два каких-то кладбища, на них вообще... Это городские, я имею в виду, кладбища. Нельзя сейчас идти убирать к своим родственникам, потому что туда были прилеты, повреждены могилы, и еще никто ничего не разминировал. Там остались не разорвавшиеся снаряды. Там сейчас выросла у нас уже высокая трава. Я вам сейчас, хотите, покажу, какая трава в Харькове? Сейчас. Смотрите, я сейчас на момент 28 апреля в Харькове вот такая вот лежит трава. Вот, вы видите, да? Высокая-высокая трава, уже заросли, кусты. Ну, поэтому представьте, что там сейчас на кладбище можно пойти и подорваться. К сожалению, туда вообще закрыли вход. Под звуки воздушной сирены дети гуляют. Сиреноголовый. Сиреноголовый орет, да? Не показывают дома телевизор, да? Пахнет сирень. Сейчас сидели, обсуждали. Там определенные, кто помнит, Ромасу достался пакет фотографий, которые были разорваны на куски. В общем, он до сих пор занимается восстановлением этих фотографий, реставрацией. Он собирает кусочки из много маленьких кусочков, в общем, целую фотографию. И это как пазл. И вот он говорит, смотри, какой вид, люди хоть посмотрят, какой был каскад раньше. Ну, кто знает, это каскад был с фонтаном, сада Шевченко, если спускаться, как варенье. Я говорю, так в интернете есть такие фотографии, люди смогут посмотреть в интернете. Вот тут он как закричит, в интернете? Все, все уже все поняли, свет погас, и интернета больше нет. Эта ситуация, эта война и вообще все происходящее показало людям то, что может в одночасье, в миг не стать интернета, не стать
фотографии в электронном виде. То есть, по сути, если вдруг что-то случится с электричеством, либо с интернетом, со всеми этими носителями, которые у нас якобы сейчас есть на сегодняшний момент, тут вот я могу поспорить, что среди вас даже фотографии, которые делаются сейчас, за последнее десятилетие, вы все храните где-нибудь или в телефоне, или в лучшем случае на флешке. И вот мы задумались над тем, если некуда будет ставить эти флешки, если произойдет что-то, ну не дай бог, конечно, то только фотоархивы, только фотографии в альбомах останутся на память у людей. А все остальное будет просто утрачено. Или помните, как эта ситуация была, когда где-то в море повредили кабель тоже интернета и YouTube, Facebook, что там еще? Ну, YouTube точно, я не могла зайти на YouTube, я не могла выставить видео, то есть на сутки лег YouTube и Telegram, по-моему, Telegram или Facebook, я точно не помню, но у меня были проблемы с YouTube, и это было по всему миру у всех. То есть нам это показывает, что в любой момент это все может закончиться. И сейчас все больше и больше людей стали возвращаться к пленочным фотоаппаратам, покупают пленку, проявляют эту пленку. Есть еще такие, конечно, кто сейчас активно фотографирует на старые такие фотоаппараты 90-х годов, полароиды. Но на них очень, фотоаппаратов этих очень много, но на них очень тяжело найти пленку. Так кто помнит? Нора, ты знаешь, что такое полароиды фотоаппараты? Это когда сразу тебе выезжает фотография готовая, бумажная. Ну ты же тоже не видела такие в реальности. Ты же не пользовалась таким фотоаппаратом. Может быть, тебе... Ну, у нас не было такого. А в общем, ну, я имею в виду, на Нориной памяти такого не было. Но вообще я знаю, что люди покупают на eBay где-то... Ну, и не только на eBay. В принципе, и у нас, но у нас меньше. У нас эта пленка очень быстро расходовалась. А где-то у людей еще осталось в запасниках. И эта пленка стоит в 20 раз дороже, чем сам фотоаппарат. Ну, людям сразу интересно то, что на бумаге, проявлять на бумаге, покупают всю вот эту вот аппаратуру опять, проявлять фотопленку, печатать фотографии. В общем, сейчас это опять в тренде. А еще, кстати, вот чем я хотела с вами поделиться. Сегодня пришел человек наш знакомый и говорит, он пытался снять контейнер на барахолке, и остался один единственный маленький контейнер. Ему предложили все контейнера разобраны. Снять, арендовать контейнер на барахолке невозможно уже. Нет пустых контейнеров. И он стоит и говорит, все плачутся, все говорят, что нет денег, все плохо. Но только арендовать контейнер невозможно. Все занято, все забито, пустых мест нет. Ну, я на это, конечно, у меня, в принципе, есть объяснение, то, что очень многие люди потеряли работу, и очень многие люди, чтобы как-то выживать, очень у многих, кстати, вот сгорели магазины. Кто меня спрашивал о рынке Барабашовой? На рынке Барабашовой магазины многие погорели. В общем, люди пытаются как-то жить дальше, и кто-то перешел на барахолку торговать. Вот так вот. Все, друзья, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, кто еще не подписался, нажать колокольчик. Всем хорошего, доброго, тихого вечера и, главное, мирной, тихой, доброй ночи. Всем пока-пока. Кто здесь у меня такой красивый? Кто здесь у меня такой красивый, а? Жакирючку маленький мальчик. Ромас там расшифровывает ребусы. Что написано на робщики, поздравительной открытке? Робщики, еще немного. Да, дайте, ты такой халёська. Халёська не хочет уходить от меня. Я хочу встать, а он меня не пускает, представляете? Сидит сверху. С великой благодарностью, Николай Петрович, вы... Осталось тут потерять. Ой, такая зубка маленькая.
Уркатунчик не хочет уходить.